175 лет на американском и мировом рынке сельхозтехники. История корпорации John Deere, по сути, история технологического становления крестьянско-фермерских хозяйств. Успешно работает техника компании и в нашей области. У нас сегодня уже в парке и сельскохозяйственных машин, и техники у крестьян находится довольно большое количество именно техники марки John Deere, и она себя зарекомендовала очень с хорошей стороны. Под Оренбургом вот уже несколько лет работает завод John Deere, где осуществляется производственная сборка. Но в планах компании привлечение в нашу область зарубежных производителей, комплектующих для сельхозтехники. В процессе работы данной конференции мы надеемся, что найдет взаимодействие данное предприятие в работе в своей, и будут получены результаты по локализации производства на территории региона. То есть не только, наверное, сборка, но и, возможно, производство комплектующих на территории региона. Среди тех, кто успешно работает с компанией, российские лидеры по производству пластмасс и производители шин. Все они говорят об успешном сотрудничестве с корпорацией John Deere и привлекательности Оренбуржья для ведения бизнеса. Регион развивается очень стабильно, огромный потенциал имеет, и компания John Deere не ошиблась именно в этом регионе свое предприятие в свое время открыть. Для успешного ведения бизнеса в Оренбургской области есть все условия. По экспертным оценкам, наш регион является лидером по привлечению инвестиций в Приволжском федеральном округе в прошлом году. И сегодня мы имеем положительные примеры, в частности, компании John Deere. А сумма инвестиций по проекту более 3 миллиардов рублей. Это более 600 новых рабочих мест. Михаил Белов, Дмитрий Журавлев. Наше время.